Всем привет! Вы смотрите канал «Просто о бизнесе». Сегодня мы покажем, как можно анализировать динамику структуры доходов в своей организации. Если вы видите общие суммы дохода за каждый месяц работы, вам, конечно же, должно быть любопытно, а из чего состоят эти цифры? В первую очередь, доходообразованию способствуют товар и услуги, которые вы продаете. Помните, в одном из предыдущих выпусков мы делили их на группы. Благодаря этому вы сейчас можете смотреть развернутую аналитику и понимать, какие именно группы товаров лучше всего продавались и составили костяк вашего дохода. На примере мы видим, что в основном продавалась женская одежда. Есть возможность увидеть и расширенный перечень товара, уже по подгруппам. Все ясно? Из женской одежды в большей степени продавались именно платья. Но это еще не все. Посмотрите также, какие филиалы продавали лучше всего. Усилиями каких именно сотрудников вы получили данный доход? А какая именно реклама способствовала вашим заработкам? Ставьте лайк, если понравилось, пишите комментарии и обязательно подпишитесь, чтобы в будущих выпусках узнать, как анализировать динамику дохода. До новых встреч!